Конец мая, завершение учебного года не только в общеобразовательных школах, но и в учреждениях, где юные жители округа получают дополнительное образование. Выпускники детской музыкальной школы номер 2 уже сдали экзамены и получили свои дипломы. На их празднике побывала Луиза Егезарян. Тот случай, когда праздничный концерт устраивают сами виновники торжества. Дарья Конькова – одна из выпускниц детской музыкальной школы номер 2. На протяжении 8 лет девушка обучалась на отделении фортепиано. Сегодня отчетное выступление – заветное свидетельство об еще одном пройденном этапе жизни. Учеба прошла потрясающе, и она дает мне только большую веру в себя и в свою мечту. Я планирую стать пианисткой и педагогом. Обучение в музыкальной школе длится 4 года или 8 лет. На этот раз учреждение дополнительного образования выпустило в большую творческую жизнь 40 человек. Возможно, они не все станут музыкантами или не будут свою жизнь связывать с искусством. Но я уверена, что соприкоснувшись с прекрасным, с умением дисциплинировать себя, понимать красоту и... Они уже обладают каким-то определенным музыкальным языком, что не всем, конечно, свойственно. И мне кажется, это дорогого стоит, потому что в жизни в любом случае им это пригодится. В городском округе Люберцы открыто 4 филиала детской музыкальной школы номер 2. Обучение проходит по 6 программам. Фортепиано, хоровое пение, народные инструменты, духовые инструменты, сольное академическое пение и сольное эстрадное пение. На данный момент в учреждении проводится набор на новый учебный год. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.